Эй, не пугай меня так. Ред еще не вернулся. Печально? Да. Бинго! Руки вверх, все подняли руки. Гарри? Ты рассказал ему, где я? Я доверяла тебе, ублюдок? Успокойтесь, дамочка, это не его вина. Я сразу подумал, что у тебя не хватит духу сдать ее, поэтому я следил за тобой. А ты та самая девка, которую ищет мой босс. Ты идешь со мной. Двигаемся! Быстро! Это облава! Выбирайтесь! Зачистить сектор! Энни! Двигаемся! Оставить остальных! Ник! Эй, эй! Расслабься! Что случилось здесь? Где они? Рейд спецназа. Ты знаешь, где они могут быть? Они работали над временным тюремным лагерем последние 2 дня, приятель. Он на территории таксомоторной компании в Инглтоне. Должно быть, они там. Ты достал горючее? Сначала семья, Ник. Черт, нам надо идти. Собственно говоря, знаешь что? Я пойду за подмогой. Через улицу от того лагеря есть стоянка для подержанных машин. Встретимся на крыше офиса. Там мы придумаем наш план. Друзья, и снова добро пожаловать на канал Rus Game Tactics. И сейчас нам нужно решить очень важный вопрос, что делать с Кэнди. Я предлагаю ее оставить, потому что он заревает очень такое серьезное задание. Так, портативное стерео нам, пожалуй, пригодится. Это все мы оставляем. Да, забежим сейчас в наше логово. Нужно сделать небольшое обновление в нашем оружейном арсенале, который мы таскаем с собой. Так, ну и доска нам нужна. Все, прощаемся с ней, до свидания. Ну, пистолет я подбирать не буду, от него толка большого не будет. Итак, начались эти звонки. Дружище, какой-то мужик плачет возле бассейна в Сансете, в котором полно зомби. Пока. Ну, много кто здесь плачет, согласитесь. Так, эту штуку я выкидываю. Я просто подальше от шкафа хочу это все делать. Так, пока, наверное, и от этой штуковины избавимся. Что делаем с этим? Это мы употребляем. Отлично. Так, у меня слотов 4 слота. Я бы сейчас хотел бы... Ну, пожалуй, сделать даже. Скорее всего. Так, раз, два. Три, четыре. Еще мне понадобится... Сейчас я ищу... Вот эти вот предметы. Ну, вот элемент ограждения мне нужен. Желтый. Вот он здесь находится. Так. А может быть и не нужен. А может быть и нужен. Но в любом случае я беру его. Просто у нас еще крик был в слотах. И беру колонку. Сейчас мы смастерим что-нибудь, правда же? Так, да, сделаем здесь комбо. Это уже усиленный крик. Ну и плюс было стерео. Еще лучше делаем. Ну, здорово. Так, и теперь... Ну, вы сами знаете, с чем мы будем соединять аккумулятор. Электрическое оружие. Ну и, пожалуй, еще одну единицу сделаем. Итак, у нас, по идее, остается 2 слота. Да, в эти 2 слота можно что-нибудь запихнуть сверху. Ну, я предлагаю это... Место свободное заполнить пулеметами. Да, самое оно. Йоу! Какой-то парень не может удовлетворить себя в магазине секс-игрушек в Валмуде. И новый психопат. Обязательно займемся. Это в Алмуде. Ну вот у нас задание. Кстати, здесь рядышком есть испытание, на которое я хотел бы отправиться. Но видите, их совсем осталось немного. Их можно уже пересчитать по пальцам одной руки. Да, вперед. Ну и там же займемся основным заданием. Если до того момента, как я туда доберусь, мне не предложат заняться чем-нибудь другим интересным. Очень здорово, что здесь также рядом находится гараж. Можно было комбо-автомобиль придумать сейчас, но я предпочитаю хороший
гоночный болид. Здорово. Ну, вот теперь понеслись. Может быть, стоит здесь еще громкоговоритель снять? Где-то он... А, вон он. Ну да, я сейчас его сниму. Ну и, конечно же, не нужно забывать про уровни. Про уровни игрока. То есть тоже как можно быстрее требуется прокачка. Да, кто-то не успел меня схватить. Здесь же быстро доедем. А, черт подери. Честно говоря, нам бы немного в другую сторону следовало, но здесь сложновато будет проехать. Я что-то этот момент совсем упустил из виду. Так что ехать можно здесь. И нужно. Ну, по идее, когда эта тачка начнется... С ней начнутся какие-то проблемы, она начнет дымиться, то... Можно найти какой-нибудь седан или другой автомобиль и сделать комбо. Неплохая скорость. То есть быстро все эти препятствия мы проезжаем с вами. И преодолеваем расстояние. Ну, не скажу, что... Приехали, но почти приехали. Сейчас я проверю. На, тут перекрыто, смотрите. Удобнее, конечно, будет сейчас заезжать вот с этой стороны. Плюс там еще у нас, ну, как вы поняли, поджидает задание, испытание. И вот к нему, конечно, будет удобнее всего добраться именно вот так вот, если в объезд поедем. Ну, это задание. Ну, удобнее, потому что на автомобиле мы с вами едем. О-оу, на чем-то подпрыгнул. А с испытанием, где я выполнил его на серебро, я думаю, что тоже нужно будет что-то решить потом уже. Так, поможем девочке нашей. Ну, не нашей, а чьей-то. Сейчас электричеством здесь. Против боссов, конечно, эта штуковина супер работает. 9000 очков получили за это. Щедро, однако. Сейчас проверю, что тут у нас в военном этом автомобиле. Ведь должно же быть что-то интересное, правда же, друзья? Ну давай, запрыгни. Так, ну, рационы, само собой разумеется, пока не нужны. Давайте немножко побалуемся. Эх, не хочется мне, конечно, машину здесь поганить, но... Понятно. Когда что-то очень близко, лучше не стрелять. Так, вон там тоже хорошая группа у нас. Прям полностью выстрелю сейчас. О, вот это я хорошо попал. По головам, да? Да, неплохо. Ну ладно, в таком случае мы с вами движемся дальше. Я надеюсь, что 38-й у нас будет уже по окончании этого испытания. Что мы тут делаем? А, понятно. А, используем только голые руки. Ну, то есть... То есть нельзя использовать какое-то оружие. Точнее, можно его использовать, но убийства засчитываться... Не будут. Итак, вот у нас есть руководство соответствующее для таких случаев. Ну и давайте начинать. Правда, я бы немножко нагрел бы на себя. Безусловно. Потому что мне их побольше тут надо. Сейчас я побегаю, с вашего позволения. Ну давайте, давайте, давайте. Сколько там набить надо? С ракет. Ну да, с ракет, похоже, здесь будет. Да и ёмчики какие-нибудь. Так, бронза есть. Серебро. Ну, полминуты остается.
Так что десяточку я набить успею. Да, да, получайте, получайте. 4 убийства. Все, золото заработано у нас. Ну и хватит тут с ними чмокаться. Сейчас вот это оружие я свое подберу, безусловно. Вот какой у меня костюм есть. А ну это, знаете, тогда... Я думаю, что мы... переоденемся в убежище. Сейчас, сейчас, сейчас. Я посмотрю, тут ничего. Вот есть замечательный чертеж. Подбираем. Ага. Ведро с шипами. Ну или шипастое ведро, как они там его называют. Как они его обозвали. Попробуем. Ну вот, поварской секач. Давайте скомбинируем. Что это будет? Как им пользоваться-то вообще? Просто квасить зомбаков? На. Ну-ка. А. Ну, мне просто интересно, какова механика. Жесть. На голову одел это ведро. Так, если я тебе одену. Ну, вот сейчас зомбак. Ну, головы, короче, сносит. Вот в чем предназначение этого супероружия. Ладно, пора нам двигаться в сторону начала задания. Ну, неплохой костюмчик отыскали. Я уверен, что какое-то время я смогу в нем побегать. Так, снова у нас что-то похоже на армейский грузовик. Ну, пожалуй, гранаты это мне уже не интересно. Как мне туда на крышу попасть? Попробуем с задней стороны. Ну, помните, я здесь уже залазил на самом деле. Сейчас, 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 сейчас. Слот есть, слота нет. Ну и ничего страшного. Не думаю, что мне прям все здоровье снесут. Ник, пригнись! Зачистить это место! Бьюсь об заклад, что они держат людей в том изоляторе с электрической оградой. Придется вырубить электричество, чтобы попасть туда внутрь. Источники питания, скорее всего, в том главном здании. Слушай, Ник, есть пара способов, как ты сможешь сделать это. Можешь попробовать пробиться в лоб. Понял. Либо можешь обойти по периметру и найти способ пробраться внутрь. Либо найди их форму. Они настолько туполобые, что не обратят на тебя внимания. Но сейчас решай тебе, Ник. Ладно. Эй, стой, стой, стой! Куда ты пошел? Мне надо достать машину для отхода. А ты иди внутрь того главного здания, скорее всего их штаб, и выруби электричество. А потом доберись до изолятора. Я встречу тебя на территории, и мы вытащим наших людей вместе. Внутрь. Понял. Подожди, в итоге какой? План. Но вот мне, если честно, понравился больше вариант, когда мы с вами найдем форму спецназа. Так, ладно, я побежал. Не получилось. Ну, может быть, сейчас я хотя бы на полицейского смахиваю. Вот, смотрите, грузовичок стоит. Здорово. Надеюсь, это тот, который нам нужен. Ое. Вот, смотрите, вот эти комплекты. И пока, на самом деле, не забыл, поставлю книгу на увеличенный урон от автоматов и так далее. Так. Сейчас попробую взять. Странный чувак бегает как сумасшедший в Инглтоне около парикмахерской. Может его подстричь?
Да вот, совсем другое дело. Согласитесь, круто выглядит. Просто волшебно выглядит. Ну, похоже, что-то придется выкинуть или оставить. Ладно, оставлю пока. Тем более, это самый такой хороший вариант, при котором маловероятно, что мы вообще будем какой-то урон получать. Ну, за исключением случаев, когда просто попадем под огонь случайным образом. Гляньте, тут даже еще чертежи можно собирать. Так, стоп. Я проверю, да, проверю эти грузовики. Ну, ящики, может быть, можно разбивать. Я на это время пока тратить не буду. Итак, чертеж. Сплит. Сплитшот. Я думаю, что достаточно сейчас будет ножа. Нет, недостаточно. Тогда поступим следующим образом. Попробуем сейчас, что мы сделать с вами. Распределить очки. Так, сплитшот. Я сейчас гляну тогда, что тут по оружию нам надо. Так, это бомба. Кстати, бомбу вот эту мы получили за законченную главу. Так, вот сплитшот. А, труба нужна. Труба. Окей, без проблем. Ну тогда вместо вот этого ножа мы берем трубу. И все у нас получится. Правильно? Да, получается. Сплитшот, ну, смысл его действия заключается в том, что в нескольких направлениях, видите, у него аж ствол разделяется на 5 стволов. Ну, это, конечно, все слишком сказочно, но тем не менее, я думаю, оружие будет достаточно эффективным. Так, раз уж такая ерунда пошла, давайте собирать все чертежи, которые можно собрать, чтобы сюда уже не возвращаться. Я не пойму, как туда проникнуть. А вот как. Готово. Так, мужики свои. Так. Пока это не то. Ну вот, мы с вами на крыше. Забираем это. И осталось еще взять чертеж. Чертеж. А, он где-то на улице. Видите, он там. Так, тут попрыгаем. Фу. Это было близко. Есть еще один. Офигеть. Так. Ну, в любом случае, оружие нам необходимо сделать. Ну, чтобы хотя бы оно нам уже в готовом виде добавилось. Ну, сами знаете куда. В шкаф. 8 штук таких. Давайте запущу. Ну, в общем, вещь наверняка неплохая. Максимальный жнец. Или, может быть, с этой штукой побегать. Да нет, лучше возьму огнестрельчика. Тем более, я его там неплохо прокачал. Тактический шлем. Да я, по-моему, полный комплект уже собирал. Спасибо.